Затем она весело убежала, а мне от стыда захотелось полететь на другую планету. Себастьян удивленно посмотрел на белье в моих руках и сказал то, чего я не ожидала. Вообще-то это не мое. Что? Тогда чье? Тут в раздевалку зашел радостный Генри. Это мое. Что ты делаешь? Я знал, что ты неравнодушна ко мне, Флора. Он через несколько дней родит. Видимо, я перепутала шкафчики. Так, вторая улитка. Ничего, кроме как покраснеть с ног до головы и убежать из раздевалки. Позже я разыскала Монику и наехала на нее за такую подставу. Но подруга в ответ сердито уставилась на меня. Я же пыталась помочь тебе. Ну, короче, как вот никак моя... К Себастьяну подкатила главная красотка школы. Сьюзи, не может быть. Еще как может. Они начали встречаться. А знаешь почему? Потому что Сьюзи не грубит Себастьяну, как ты. Тоже через пять дней родит. Они, короче, вместе родит. Так. А вот ее яйца. Вот молодец, Флоренс, просто класс. С этими мыслями я и уснула. И мне приснилось, как я выбираюсь из окна и ползу по лестнице.